торжественно поднял руку. «Я их тоже читаю, не хуже других, если уж на то пошло». «Ах, нет, пожалуйста, не надо», – торопливо сказала Алиса. Но он не обратил на ее слова никакого внимания. «Вещь, которую я сейчас прочитаю», – произнес он, – «была написана специально для того, чтобы тебя развлечь». Алиса поняла, что придется ей его выслушать. Она села и грустно сказала: «Спасибо». Зимой, когда белые поля поют соседи веселя, весной, когда растет трава, мои припомните слова. А летом ночь короче дня, и может ты поймешь меня. Глубокой осенью в тиши возьми перо и запиши. В записке рыбам как-то раз я объявил вот мой приказ. И вскоре через 10 лет я получил от них ответ. Вот что они писали мне: мы были бы рады, но мы не. Я им послал письмо опять: я вас прошу не возражать. Они ответили: но, сэр, у вас, как видно, нет манер. Сказал им раз, сказал им два, напрасны были все слова. Я больше вытерпеть не мог, и вот достал я котелок. А сердце бух, а сердце стук, налил воды, нарезал лук. Тут некто из чужой земли сказал мне: рыбки спать легли. Я отвечал: тогда пойди и этих рыбок разбуди. Я очень громко говорил, кричал я из последних сил. Но он был горд и был упрям, и он сказал: какой бедлам. Он был упрям и очень горд, и он воскликнул: что за черт. Я штопор взял и ватербас, сказал я: обойдусь без вас. Я волновался неспроста, дверь оказалась заперта. Стучал я в дверь, стучал в окно, и достучался бы я, но. Наступило долгое молчание. «И это все?» – спросила робко Алиса. «Да», – сказал Шалтай-Болтай. «Прощай, прощай, 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 прощай.